перед тем, как вы посмотрите влог из солнечной Калифорнии, как вы видите, влог уже получится очень даже неплохим. Хочу порекомендовать вам канал прикольного парня. Он снимает хорошее видео, и если у него наберется 2000 подписчиков, он собирается поджечь себя. Ссылка будет в описании. Сегодня в бассейн уже побольше, с вот такими вот горками. Там вот более детская зона и не глубокий бассейн. А вон там вот находится глубокий бассейн, в котором можно прыгать. Именно разрешено. Знаете, типа все прыгают в бассейн, когда запрещено. А когда разрешено, намного лучше. Я хочу научиться делать сальто назад, потому что я чувствую, что могу, просто постоянно боюсь. И именно в такие моменты, когда можно спуститься с вот этой горки, мне вот не хватает той камеры, которая у меня была предыдущая, экшн-камера, потому что с ней бы я смог в воде покупаться, а с этой не могу, к сожалению, но во всем остальном эта камера, конечно же, лучше. Этот уже примерно час-полтора. Даня вон очень нравится, она не хочет попадаться на камеру, но в принципе прикольно достаточно. Сотни автомобилей, просто сотни людей решили выехать. Вы не видите, потому что за машинами просто огромнейшая толпа людей. Именно там сидят вот сотни людей, прям толпа.